Всем привет! С вами канал Art Money. И сегодня мы с вами гуляем.
Пришла я домой, не поснимала вам в светофоре, потому что купила ведро в посудоцентре, и оно просто с коляской за мной ползло с диким свистом. Вот, поэтому было не очень неудобно. Но, в принципе, вы много видели. Вы все были, вернее, в светофоре, я думаю, вы видели. Постараюсь на неделю еще раз туда попасть. Такое вот ведро я купила, наконец-то, для своей швабры. Вот эта штука мне не нужна, но я ее уберу, вдруг когда-нибудь понадобится. Вот, 260 рублей она стоила. Такое оно плотное, высокое. Там как раз моя длинная такая швабра, она встанет. Старая я наконец-то выкину. Вот. Сегодня я гуляла, ну, вернее, гуляла, сегодня просто ходила по магазинам. Кто не знает, у меня у моей мамы отпуск. И Дима, она взяла на неделю, а я за эту неделю должна буду закупиться продуктами, погулять, отдохнуть, выспаться. Короче, все такое вот. Вот, это, кстати, купила в светофоре в районе 50 рублей, наверное, 40, что ли, или 50. Вот, это тоже в светофоре купила маслом. Это для пирогов мне. Я взяла две пачки, это получается килограмм. Каждая по 500. И как раз я их сейчас разделю где-то по 200 грамм заранее. И разложу по мешочкам. Или, может быть, эти оставлю, наверное, в этих упаковках. А другую фольгу, наверное, положу. Также взяла тортик попробовать. Вафельный. Я люблю вафельные тортики, но очень давно уже хотела. И также купила там контейнер. 99 рублей он стоил, я туда хочу мед перелить, остатки, потому что удобнее потом будет доставать из доставать из такого контейнера мед. Такая крышечка, и здесь есть такие штучки. Ну, их, естественно, я уберу, они нам с Димой понадобятся, чтобы играть, наверное, мелкую моторику, может быть, развивать, что-то вот складывать в них, или что-то у нас будет, ну, держать что-то Дима там будет, наверное. Ну, прикольно такой, два в одном. Вот, хорошо так закрывается крышечка. Ну, крышечка, хотя вот она не держится, а вот вместе вот с этими она держится. 99 рублей всего. Так, это у нас был светофор. Здесь, не знаю, все берут эти чипсы, я еще ни разу не пробовала, тоже возьму. Ну, масло такое продается, в принципе, в обычных магазинах. Ну, тоже взяла. Так, потом я пошла в Магнит. Там была акция на мою шоколадку любимую, обожаю ее. Знаете, у меня появилась новая мечта. Я хочу блок таких шоколадок. Вот прям целый блок. Ну, не знаю, мне кажется, там штук 30, наверное, должно быть. Вот в Пятерочке будет на нее акция, там будет по 37, а в этом я по 40 купила в Магните. А также в Магните купила трюфели, я очень люблю трюфельки. За 50 рублей такие, по-моему, я не пробовала. Попробуем, 200 грамм. Я пробовала другие, только за 100 рублей в Ашане. Вот, купила сосушки свои любимые с лимончиком. Лимончик и яблочко взяла. Сама лично набирала. Получилось 51 рубль. А я не туда посмотрела, смотрю, 149. Думаю, нифига себе, думаю, сколько же они стоят. А нет, вот цена, оказывается, 50 рублей. Тогда можно было побольше взять. Вот. Также купила я кофе в зернах. Оставалась прям последняя пачка. Я уже бегаю, ищу, думаю, эта пачка, ради чего я пришла сюда. Ищу. Тут смотрю, стоит одна одинокая пачка. Целый прилавочек такой прям пустой. И она одна. Я сразу схватила, смотрю, цена 109 рублей. Это нам с Димой тоже для развития мелкой моторики. У нас как раз уже есть фасоль. И вот фасоль, он может искать вот такие вот зернышки, это кофе. Кстати, ароматно очень пахнет, мне нравится. Потом можно будет из них что-то сделать. Так, также я зашла в магазин одежды, я не стала его там снимать, потому что там ничего особенного не было. Обыкновенная барахолка. А, ну да, и конечно же, и тут, естественно, с меня содрали. 149 рублей стоят вот эти вот, и 189 непонятно что стоит. Странно. Я даже не обратила внимания. А, это 169 она стоит. 169, что ли, получается? Или нет? А, да. А я не заметила. Я увидела только 69. Офигеть. Ну ладно. Когда-то надо было ее купить. Купила я повязку для волос. Это чтобы маски наносить. Ну, не знаю, я так подумала, что, наверное, она для этого.
наносить маски, и волосы не мешали. Я, наверное, подумала, что это так, но не знаю. Я купила черную на ней, чтобы грязь не была видна. Она красивая такая, вот симпатичная. Была нежно-розовая и, по-моему, белая или бежевая. Ой, что-то у меня тут картошка закипает у меня. Закипела картошка. Ой, запотела. И купила я Диме тапочки. Такие, смотрите, вообще классные они. Долго выбирала, решила взять вот повыше, чтобы они были. И, как назло, конечно, я не помню размер его ножки. Ну, я надеюсь, ну, немножко, может быть, будет большеватый на вырост. Ну, блин, они такие классные. Такие, они вообще такие мягкие. Они внутри, смотрите, какие. Всего 150 рублей. Да, тут немножко меня... А я еще думаю, что-то меня много взяли. Думаю, странно. Думаю, а на этих вот цены не было, ценника. Я думаю, наверное, она пошла, взяла случайно не те, и поэтому дороже. Оказывается, вон что. Тут единичка даже не видна. И главное, у всех она не видна, эта единичка. Ну, ладно. Что ж теперь? Вот. Спокойно можно будет маски наносить, краситься. А то у меня какая-то белая, она уже грязненькой становится. Ее постоянно стираешь, 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 а она все равно. А вот черная прям вот как раз великолепно. Ну, и, конечно, журнал взяла магнитовский. Здесь, кстати, вон шоколадки, на которые я обзор делала. Они есть. Вот. Ну, короче, наверное, в общей сложности я потратила на это все около, наверное, 1000 рублей, я так думаю. Потому что довольно много. Там и там много. Там 300, там 400. Здесь еще вот ведро. Ведро, наконец, я купила. Я так давно хотела ведро. Мои уже старые. Они уже, мне уже мама отдала свое старое. Они уже все переломались, уже потрескались все. А это хоть у меня будет нормальное ведро. Я те ведра выкину, на помойку отнесу. Я, скорее всего, в подъезде их оставлю. Там у нас женщины моют полы. В принципе, ведра неплохие. И швабру, наверное, тоже там оставлю. Вот, но это уже будет завтра. А завтра мы с вами пойдем еще куда-нибудь. У нас с вами день прогулок. Вот. Вот такие вот. И трюфельки. Надо посмотреть. У меня был обзор на какие-то похожие. Не знаю, они, не они. Вот тут масло. Сейчас я его буду... Ну, яблоко мама принесла. Яблоко, но на попу похоже. Сейчас я буду кушать. Моя селедка, кстати, селедку засаливала. Тут селедочка, лучок. Сейчас я туда покрашу. Сейчас отдохну. Так устала вообще. Кошмар. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Art Mania. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. И всем пока-пока.